подлежит уничтожению, ведь он уничтожает Иркутскую область. Именно алкоголь снижает продолжительность жизни людей в нашем регионе. 66 лет, и это на 4 года меньше, чем в среднем по России. Таковы официальные данные Роспотребнадзора. И вот еще одна цифра. В рейтинге долгожителей из 83 регионов мы лишь на 80-м месте. Это ли не повод пересмотреть приоритеты и сделать ставку на здоровый образ жизни?